Сегодня я хочу рассказать о секретах, которые кроются в управлении массажной кроватью NogaBest. Возможно, многие обладатели этой замечательной чудо-кровати массажной об этом даже не догадываются, о том, какие удобства есть в ней. Но все достоинства кровати я описывать не буду. Хочу непосредственно приступить к раскрытию этих секретов. Значит, после того, как мы нажали, включили на пульте, значит, у нас есть несколько режимов. Понятное дело, автоматический режим, при котором прожектор двигается сначала по всей спине, а потом двигается, останавливаясь на отделах позвоночника. На верхних отделах, на нижних отделах. Это автоматический режим. С ручным режимом тоже понятно, то есть мы сами управляем, в какую сторону ехать роликом и где им останавливаться. Вот. Но помимо этого, здесь еще есть режим непрерывной работы. То есть нужно два раза нажать на ауто. И тогда ролики будут двигаться столько, сколько мы захотим, пока не остановим. И еще режим. Вот эти вот две стрелки. Стрелка вниз, двойное нажатие, и ролики двигаются в поясничном отделе непрерывно. До тех пор, пока его не остановим. То же самое с верхней. Двойное нажатие быстрое, и мы получаем проработку всего грудного и шейного отдела непрерывно. Что касаемо управления, что тут еще можно добавить? Это кнопка прожектора. Вот у нас прожектор дополнительный, выносной. И кнопка миостимуляции. Миостимуляция и три степени. Минимальная, средняя и максимальная. Миостимуляционный пояс, он выглядит вот таким образом. Всем спасибо за внимание.